Женя, привет. Здравствуйте. Скажи, с чего началось и обычно начинается твое утро? Утро, ну, я просыпаюсь, перебарил инстинкт залезть в новости и стараюсь завтракать, первым делом завтракать, принимать душ. Ничего такого особенного нету, кроме перебарывания инстинкта. Сейчас это уже почти что в красную книгу можно внести. А утро недалеко, все относительно. Переплывем эту ночь. Держи весла. Ты так удивительна. И ты замерзла. Не дай ничего забыть, Боже, как сердце стучит, будто взрывает петарды. Ведь нет ничего дороже, чем память. Хоть ее не примут ломбарды. И звезды смотрят на нас пристально, как свидетели понятые. И море сверкает, будто бы по нему только что пробежались святые. Скажи, ждать ли от тебя прозу? Ну, если будет проза, то она будет поэтична. Скажи, какой ты... Я думаю, что я смогу написать поэтическую прозу когда-то. Мы надеемся. Скажи, какой твой самый большой страх? Я боюсь постареть. Я боюсь постареть, знаешь, в таком... Ну, не в каком-то физическом смысле, а в... Ну, что ли, в моральном, да, духовном. Я боюсь... что когда-то я стану себе слишком много раз задавать вопрос «зачем?». Я боюсь, что те вещи, которые для меня ценны сейчас и были ценны всю мою жизнь, однажды мне покажутся смешными и ненужными. Вот этого я боюсь на самом деле. Сколько ты можешь прожить без интернета? Без социальных сетей? Без... Ой, я не думал о таком. Есть много вещей, без которых я на самом деле не могу прожить. Это, например, любовь, да, там книги. Еда, в конце-то концов, воздух. И интернет — это что-то такое. Это совершенно необязательное. Я об этом даже и не думаю. Вот. Совет дня для наших телезрителей. Совет дня для... Мечтайте перед сном. Сны хорошие снятся, утро отлично начинается. Спасибо вот. Тебе, хорошего спасибо концерта. Вам. Спасибо вам. Пока. Мне сказали, что я провожающий. И мне нужно покинуть вагон.